с родственниками погибших омских десантников, расплатится землей. Как стало известно газете «Коммерсант», по ходатайству военного следствия арестовали имущество Александра Дорофеева, гендиректора фирмы «РМХ-Строй», которая занималась ремонтом казарм в 242-м учебном центре ВДВ. Дорофеев сегодня главный фигурант уголовного дела об обрушении казармы, поскольку следствие считает, что именно ремонтные работы фирмы привели к обвалу строения и гибели 24 солдат-новобранцев. В списке арестованного имущества 154 земельных участка. Правоохранители рассчитывают, что средств, вырученных от реализации земли, хватит, чтобы возместить ущерб родственникам десантников. Известно, что из 40 человек, признанных потерпевшими, только 7 подали иски на общую сумму 80 миллионов рублей.